Привет. У тебя опять? Хотел твой модный факс сфоткать, который в виде дрючка. Классно. Да, залазь. Выставляли 23 года, и никто не спрашивал, согласны, не согласны. Да. Да? Например, к тому же российскому телевидению у меня выключили 24 Россию. Я благодарен. Я тоже. Я еще выключил ОРТ, и тоже был благодарен. Но малятка можно оставлять. Это просьба командира части именно. Если есть возможность помочь сейчас деньгами, мы на эти деньги покупаем тушенку и отправляем. Пожалуйста, подходите к тебе и приобщайте. Ну, товар, который необходим. Это, кстати, намного деятельнее, чем стоять возле КПП. И наших на 10 дней оторвали от сети. Они еще до вас не пирожками служат. А те уже не первый месяц психологическое. Знаешь, какое пресса это самое? Я знаю. Да, ты знаешь. Помощь солдатам Украины. Да, помощь солдатам Украины. А конкретно какая-то часть или нет? Да, это перевальная 36-я бригада береговой охраны. По-моему, 36-я. Сегодня у нас было там вчера одно предложение по поводу АвтоТВ, но предлагаю, что сегодня не смог приехать. Я, извините, от всех, кто помогал, всех заставляет куда-то ехать, а цел все срочно едет. Спасибо большое. Небо покажет, что мы братья, кто мы положим за нашу свободу. Наш Днепродзержинский военкомат. Збройні сили України. Снимешь какую пробочку создать. Уже вечереет, ну, машин 100 где-то до конца моста, мост 7 километров, а может и больше 100. Некоторые вообще без флагов просто присоединяются, без наклеек, без флагов, просто вот аварийку включают и становятся в колонну.